своего коллегу в отношении действий, которые сегодня предпринимает Кадыров. Это действительно верный сын своего отечества и патриот России. И то, что сегодня наши мусульмане, которые придерживаются традиционного ислама, возмущены, они возмущены этим не менее, чем были возмущены действиями Пуссерат. Это говорит о том, что для нашей страны уважение ко всем традиционным религиям – это не только основа жизни, это главное преимущество в развитии России. Понятно. Да, пожалуйста. Но все-таки, все великолепно, интересные, полезные мысли –